Итак, Lenovo S580. Сегодня покажу несколько функций для быстрого доступа к различным видам настройкам. Итак, в любой точке экрана, в пустой, мы тыкаем сверху вниз, у нас вылетает шторка. Да? Вот она вылетела. Снизу вверх вылетает меню настроек. Да? Так, заходим в настройки. И у меня Android 4.4.2. Вот. Для того, чтобы открыть меню разработчика, тапаем несколько раз на версию сборки. Вот я уже как бы тапнул, да, не нужен, а вы уже разработчик. У нас открывается меню разработчика, которое находится вот здесь для разработчиков. И здесь уже, то есть, вы настраиваете. У меня это отключено, потому что мне это не надо. Стандартная фишка, которая позволяет открыть версию Android. Тапаем на кнопку версии Android, и вылетает у нас версия Android, да? Это все ясно. Теперь многие спрашивают, как избежать того, чтобы вот два раза не тапать. То есть открываем шторку, а потом открываем шторку настроек. Этого можно избежать, когда мы двумя пальцами сверху вниз тянем, и сразу открывается шторка. Ну вот, пожалуй, все основные функции. И так еще дополню. Многие не знают, как сделать скриншот экрана. Мы берем качельку вниз, то есть на уменьшение громкости, и блокировку. Зажимаем две эти кнопки, и у нас делается скрин. Все довольно просто. Сохраняется в галерее, в папке скриншот. Ну вот и все. Спасибо.